В случае, если вы не произвели ежегодное оказание финансовой помощи до момента окончания активности вашего аккаунта, то при входе в него вы увидите предупреждение о необходимости продлить активность. Мы рекомендуем вам сделать это как можно скорее, потому что в то время, пока ваш аккаунт не активен, вы не можете получать денежные переводы. Все они перенаправляются в благотворительный фонд помощи детям всем миром, и упущенную прибыль уже не вернуть. Кроме того, неактивны ваши пригласительные ссылки, а это значит, что посетители, переходящие по ним в это время, попадают не к вам в структуру, а достаются другим участникам. Также в этот период частично ограничен доступ к вашему личному кабинету. Однако при этом ваш аккаунт не удален из системы, и ваша партнерская структура полностью сохранена. Вы можете восстановить активность своего аккаунта в любой момент, оплатив сервисный сбор в размере $5 и оказав финансовую помощь. Давайте сделаем это прямо сейчас. После нажатия кнопки «Продлить активность сейчас» система перенаправит вас в раздел «Продление активности аккаунта». Для активации аккаунта необходимо произвести оплату годового обслуживания вашего счета в размере $5. Сразу после завершения платежа ваш аккаунт будет автоматически активирован, и вы получите доступ ко всем функциям личного кабинета участника. Также ваши пригласительные ссылки возобновят свою активность. Выберите удобный способ оплаты среди представленных и произведите платеж, следуя подсказкам системы. Список способов оплаты, предложенных вам на странице активации, будет автоматически отфильтрован по географическому признаку. В нем будут представлены наиболее удобные способы оплаты для вашей страны. Если же среди предложенных способов все-таки нет подходящего, то нажмите ссылку «Показать все способы оплаты» и выберите удобный для вас. Не пугайтесь, что сумма к оплате указана в долларах США. Вы можете произвести оплату в любой валюте – рублях, гривнах, тенге и любой другой. При этом система автоматически произведет конвертацию ваших средств в доллары США по курсу обмена платежной системы на день оплаты. Для того, чтобы узнать сумму к оплате, например, в рублях, просто кликните по нужному способу и следуйте подсказкам системы. Самым удобным, быстрым и экономичным способом является онлайн-оплата с банковской картой Visa или MasterCard. Если у вас есть банковская карта и на ней имеются денежные средства в любой валюте, просто кликните по соответствующей иконке и в открывшейся форме введите платежные реквизиты своей карты. Далее подтвердите совершение оплаты защитным кодом, который поступит вам по SMS. Откроется модальное окно с сообщением об успешной активации, а также вы получите SMS и email уведомления об этом на указанные при регистрации контакты. Нажмите кнопку «Продолжить», и система направит вас на следующий шаг – ежегодное оказание финансовой помощи. Если у вас что-то не получается, вы можете обратиться за помощью к своему информационному спонсору и другим вышестоящим партнерам, которые напрямую заинтересованы в вашем успехе. А также вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки или к онлайн-консультанту. Подробно опишите свою проблему, и мы вам обязательно поможем. А теперь вы можете продлить активность аккаунта и статуса «Бизнес». Войдите в личный кабинет и повторите пройденные действия.